Здесь, в зале, присутствует Совет ветеранов, Общественная палата, военнослужащие. Вы проводите большую работу по этому направлению. Но пришло время, когда необходимо поднять градус гражданской ответственности среди подрастающего поколения. Наши традиции и культурные ценности, умение их ценить и защищать должны быть незыблемыми. В образовательных учреждениях Раменского городского округа ведется активная работа по патриотическому воспитанию. В 13 учреждениях открыты кадетские классы, в 25 – военно-патриотические клубы и отряды. В течение учебного года команды школ принимают активное участие в военно-патриотических конкурсах и становятся победителями. С начала специальной военной операции детям разъясняется позиция России по защите жизни и прав наших соотечественников. Старшее поколение. Мы также стараемся вовлекать в активный и здоровый образ жизни. Губернаторский проект «Активное долголетие» расширяется с каждым годом. Сегодня в нем задействовано более 10 тысяч человек. С 2019 года было проведено более 23 тысяч мероприятий. Наше старшее поколение выбирает спортивные и творческие мероприятия, а также клубы по интересам. Задача на этот год – увеличить количество мероприятий и вовлечь в них еще больше участников. То, что мы услышали, это действительно впечатляет. Несмотря на то, что идет специальная операция, район живет, район действует, район развивается, и он вошел в топ 10 лучших городов России. Мы, конечно, гордимся этим. Вот. Ну и поставлены задачи на перспективу, поэтому мы очень довольны тем, что мы это услышали, и будем всячески поддерживать наше развитие нашего района. Но есть вопросы, которые, естественно, нас волнуют. Это будущее нашей страны, это дети, это, конечно, люди в возрасте. И мы услышали программы, те, которые позволят улучшить условия и обучение в школе, и медицинское обслуживание, и в социальном плане, социальные гарантии получат наши ветераны.